Аллаху Акбар, читаешь Фатиха, делаешь руку. Аллаху Акбар, вот руку. Самиа Аллаху лиман хамида. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Если ты уже не можешь сужда делать, делаешь руку, но сужде наклоняешься больше, чем руку. Например, Аллаху Акбар, прочитал Фатиха. Аллаху Акбар, вот руку. Самиа Аллаху лиман хамида. Аллаху Акбар. Субхан Рабби Аля, Субхан Рабби Аля, Субхан Рабби Аля. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Субхан Рабби Аля, Субхан Рабби Аля, Субхан Рабби Аля. Ты имеешь право сесть, как я сижу вот так. Имеешь право вот так сесть. Имеешь право вот так сесть. Можешь в любом форме сидеть, как тебе удобно, и молиться. Когда на стуле сидишься, в сторону кибля, если ты можешь стоя начать намаз, когда устанешь, сядешь, это должен делать. Если не можешь вообще встать, так как колени болят или силы нету от сильной боли, молишься сидя. Аллаху Акбар. Читаешь Фатиху. Если руку полноценно могу делать, встать и пойти на поясной поклон, должны делать. Не можем стоять, не можем полноценно руку делать, тогда делаем руку, как можем. Аллаху Акбар. Сами Аллаху лиман хамида. Если мы можем делать полноценный суджуд, делаем полноценный суджуд, обычный суджуд, идешь на сужда и обратно возвращаешься, сядешь на стул. Если не можешь полноценный суджуд делать, после рукуа вернулись, суджуд идем чуть больше наклоном, чем на рукуа. Аллаху Акбар. Суджуд должен быть больше наклоном, чем рукуа. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Второй суджуд. Аллаху Акбар. Потом читаешь ташахуд, сидя вот так. Если человек не может сидеть, не может стоять, тогда разрешается ему молиться лежа тоже. Таким образом, ляжешь на бок, на правый бок, в сторону кибля и молишься с указанием на суджуд, и на руку и суджуд. Указание суджуда будет больше, чем указание на руку. Указать тоже не можешь, никакая часть тела не работает. Этот момент указываешь сердцем на руку и на суджуд. Человек не имеет права оставить намаз, пока у него сердце работает.